Новые инвесторы с новыми предложениями в течение прошлого года создали новый конкурентный рынок, в котором выиграли исключительно лучшие трейдеры. В 2017 году высокую прибыль получил инвестор Spectre Coin, который обеспечил более чем двукратный возврат цены токена, а также Qtum и Neblio. В 2018 году прибыльным стал проект Blazel, который сумел добиться пятикратного возврата от цены токенов на ICO, но по криптостандартам эта прибыль считается невысокой. Дивиденды снизились заметно – 20%. Это точная цифра для ценового роста, который теперь могут ожидать токены, проходящие листинг на основных биржах, таких как Binance и KuCoin. Опытным же трейдерам маргинальная торговля позволяет получить прибыль даже от минимальных шагов по цене биткоина. При слежении за социальными проектами ICO можно дойти до 500% в месяц.